Перспективы развития рынка труда на Дальнем Востоке обсудили на Восточном экономическом форуме. Как привлечь молодых специалистов, как сделать так, чтобы они не уезжали из региона. Большие перспективы у молодежи есть в территориях опережающего развития. Кроме того, председатель Госдумы Ирина Яровая внесла на рассмотрение прогноз баланса трудовых резервов, ресурсов, документа о рынке труда. Благодаря проекту можно будет точно понять, сколько рабочих мест есть в конкретном регионе и какие профессии появятся в будущем. Вообще наша задача — соединить интересы гражданина, как работника, работодателя и как раз ту систему управления, которая должна помогать коммуницировать и находить друг друга. Потому что эффективная экономика – это эффективная самореализация человека. Нужно уходить от режима вручных управлений. Должны работать управленческие системы, должны работать обязанности и ответственность.